привлечение молодежи к науке на самых ранних этапах обучения и подготовка квалифицированных кадров. В КЧГУ имени Умара Алиева функционирует студенческое научное общество, где молодые люди принимают активное участие в научно-исследовательской деятельности. О работе важного подразделения ведущего вуза республики подробнее узнавал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Студенческое научное общество – это прекрасная площадка для развития научно-исследовательского потенциала молодежи. Здесь студенты могут всецело отдаваться науке под пристальным вниманием преподавателя. Для этого в стенах КЧГУ имени Умара Алиева созданы все условия, где на всех факультетах есть специализированные кружки. Как отмечает начальник научного управления университета Гоккаджан Чомаева, благодаря этому студенты принимают участие в различных научных форумах и публикуют свои материалы в научных сборниках. На факультетах нашего вуза, при кафедрах существуют студенческие научные кружки, где под руководством опытных преподавателей студенты делают первые шаги в науку, занимаются научными исследованиями, учатся строить научные исследования. Ежегодно весной и осенью проводится конкурс «Студент-исследователь», где молодые люди представляют свои научно-исследовательские работы, после чего проводится отбор лучших научных материалов для того, чтобы представить их уже на более высоком уровне. Председатель студенческого научного общества, студент естественно-географического факультета Рамиль Темирджанов занимается наукой с первого курса. Он участвовал в таких всероссийских конкурсах, как «Наука территории героев», и в 2021 году принимал участие во всероссийском конкурсе «Студент года» в номинации «Интеллект года» и стал финалистом. В университете студенческого научного общества активно поддерживает студентов, которые занимаются научно-исследовательской деятельностью. Мы проводим для них семинары, и преподаватели обучают их, как правильно оформлять и писать научные статьи. Университет отмечает повышенные стипендии лучших студентов, занимающихся наукой. Также участие в различных форумах, публикации в научных сборниках позволяет молодежи найти себя в будущей профессии и внести свой вклад в научную жизнь общества. Заниматься наукой я начала недавно, обучаясь на первом курсе, благодаря моему куратору Фаризе Магомедовне Хубиевой, которая поверила в меня и в то, что я могу заниматься научной деятельностью. И также недавно я стала победителем международного конкурса научно-исследовательских работ. Студенческое научное общество продолжает развиваться, перенимая опыт у старших, занимающихся наукой. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.